Добрый вечер всем из Одессы. Добрый вечер всем из Аркадии. 23 февраля 2024 года. Пятница вечер. Аркадия пустовата, как для пятницы. Вот. Маловато людей. Но чуть-чуть есть. Там под над морем музыка играет вовсю в заведениях. Вот. Пытается как-то заманить людей, караоке, шмараоке. Но заманивать как такового некого. Вот. Ну зато сейчас, наверное, весь народ в центре на Дерибасовской. Там движение должно быть поактивней, чем в Аркадии. Ну, как бы, в принципе, да. Стабильно, все стабильно в плане того, что днем это Аркадия. Вот, ну, я имею в виду море, Аркадия, там Ланжерон. А ночью уже ближе к вечеру, так темнеет, все двигаются в центр. Там больше и заведений, где можно покушать, посидеть, отдохнуть. Там и какое-то скопление людей. Ну и там, наверное, посветлее чуть-чуть, да. Возле моря темно. Уже неинтересно гулять. Если днем гуляют все возле моря, наоборот, еду в центр пустой, просто вымерший. Дерибасовская пустая. Заведения пустые, а вечером там движ. То в Аркадии наоборот. Днем движ, а вечером мало людей. Что у нас по обстановке? В Одессе все спокойно. День сегодняшний проходил, прошел. Практически уже, да, заканчивается без воздушных тревог. Вот. Более-менее тихо у нас. Вот что не сказать про вчерашний вечер. Ну, в принципе, в такое время вчера вечером тоже было тихо. Все уже началось туда, ближе к 10 часам. К 10, и вот на протяжении 2 часов в Одессе было неспокойно. Такие дела. Завтра годовщина. Ровно 2 года, как началась война в нашей стране. Так что такие дела. Что ждать? Что будет завтра, неизвестно. Предупреждают о высокой угрозе. Там уже на полной готовности бомбардировщики. Могут атаковать массированно. Так что будьте бдительны и обязательно реагируйте на тревогу. Обязательно. Это самое главное, что касается гражданского населения. Не поддаваться панике и реагировать на тревогу. Все, до встречи в новых видео. Прогулялись так немножечко с вами по Аркадии, по Аркадийской аллее. Аркадия Сити. Кому как нравится, так и называйте. До встречи, всем пока.